На юге штата Нью-Джерси сегодня произошла крупная транспортная катастрофа. Железнодорожный мост через реку Делавэр рухнул в тот момент, когда по нему проходил товарный поезд с ядовитыми веществами. ЧП произошло под городом Полсборо. К счастью, никто не погиб, но прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что из нескольких цистерн, упавших в реку, вытекло значительное количество смертельно опасного вещества – винилофлорид. Недалеко от места происшествия работали строители, и 18 из них были доставлены в больницу с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание. Винилофлорид известен как канцероген, и всем жителям близлежащих районов разослано предупреждение не выходить из домов и держать окна закрытыми. Компания CSX, которой принадлежал поезд, начала расследование инцидента.